Мы еще одно свидетельство послушаем. Это сестра Ирина, она расскажет о себе, и потом мы помолимся. Приветствую вас, сестры дорогие. А можно я вот так? Меня зовут Ирина Умеренко, по мужу, девичья Дорохова. Родилась я и выросла в Грузии. С мужем проживали в Георгиевске Ставропольского края, откуда и переехали сюда. На данный момент живем в Орегон-Сити, небольшой городок около Портланда. Члены церкви «Слово жизни», где пастором является Лиховодов Константин Леонидович. Там с группой сестер и несу служение. У нас трое взрослых детей и 7 внуков. Старшая дочь с мужем усыновили 3 детей. У них не было своих детей. Это тоже для нас была радость и ответ на молитву. Они очень много молились об этом. Знаете, вот сейчас свидетельствовать о себе, то время, которое мне выдали, 3-4 минутки, я не смогу. Потому что за 58 лет моей жизни, что прошло, это только я могу сказать слава Богу за все трудности, которые я перенесла. Вот замуж вышла я за неверующего человека и хлебнула много. Очень много. Мне было очень трудно. Очень трудно. Были моменты, когда я думала, я не выдержу. Но Господь был всегда рядом. Слава Богу. И знаете почему? Потому что за меня молилась мама. Она никогда меня не упрекнула, что я так сделала. Никогда. Ни папа, ни мама. Потому что с верующей семьи мои родители были неверующие. И когда мама была беременна 6-м ребенком, тогда они пришли к Богу. И я уже родилась в верующей семье. Я была, у нас 10 детей, и я была 9-й. Мама и папа очень много молились за меня. И вот без благословения я вышла замуж. Одна из всех наших детей, из братьев и сестер. И я понимаю, как это было трудно моим родителям переносить это. Но они всегда смотрели на меня с улыбкой и всегда поддерживали меня. И даже тогда, когда я жаловалась им, папа так посмотрит на меня и возьмет своей рукой, погладит меня по головке. И мне становилось легче. Что он меня не упрекнул, но сама же натворила, да? Сама. И я благодарю за свою жизнь, за все свои трудности, которые были в моей жизни. Мне помогало Слово Божие. Упование на Бога, сила молитвы, она давала мне силы. Я молилась за своего мужа. Однажды я услышала такую проповедь, что одна жена молилась 52 года за своего мужа. И мне это так врезалось в сердце, что 52 года молиться за мужа. Это трудно, очень трудно. Трудно, сестры? Трудно. Конечно, трудно. Разве кому-то просто чистым остаться в мутном, не проливая слезы, трудно? Белым остаться в черном, нежным остаться в грубом. Забыла слово. Кротким остаться в гордом. Просто невыносимо в жизни порой бывает. Но пребывает сила с теми, кто уповает. Плачет душа, страдая, плоти своей внимает. Только не будет плохо с теми, кто уповает. На Христа, а совсем не на слабую плоть. Аминь? Аминь. И вот
вот это мне давало радость. Вот эти слова я себе твердила и твердила. Тогда, когда смотрела на обидчика своего и себе повторяла: «Ира, трудно?» «Конечно, трудно. Разве кому-то просто чистым остаться в мутном, не проливая слезы?» И я много плакала, очень много. Я месяцами лежала в больнице от стрессов. У меня руки и ноги отнимались, и речь отнималась. Но сила Божия давала силы. Оксана сказала, что ей помогала много дочь, да? А я сейчас говорю: а мне помог муж. В том плане, иметь близость с Богом. Я искала Бога. Были разные ситуации в моей жизни. Я понимала, что я выбрала, я должна покоряться, я должна смиряться, я должна его почитать, уважать. И это нелегко, когда в безмолвии ты должна покоряться мужу. Бывали такие моменты, когда... Такой вот пример, вроде бы простой, может быть, смешной вам будет. Он приходит со смены, с работы и говорит: поехали к родителям. А я только замесила тесто, поставила. Я говорю: ты знаешь, хлеба нет, я только тесто замесила. А он говорит: ничего, бери это, собирай тесто, поедем к родителям. А это было где-то примерно 40 километров живем. Я беру это тесто, собираю в кастрюлю троих детей, жаровни. Поедем к маме, у свекрови, значит, допечешь. Приезжаем туда. А зачем? Что? Я даже не знала. Зачем мы ехали? Ну, надо, да надо. Приехали туда. Вот я говорю: мам, вот так, вот так. Ну, ничего, доченька, мы сейчас в духовке спечем. Тесто поставила, уже выкатала, в жаровне положила. Ну, он пошел с отцом, что-то нам решали. Возвращается, у меня уже хлеб подошел, надо уже сажать в духовку. Он подходит и говорит: да, я думал, там что-то у отца есть, а у него этого нету, поехали домой. Я говорю: Андрюш, я только вот хлеб подошел. Ну, ничего, бери его и опять поедем. Ну, приходилось так и делать. Опять это тесто. Ну, оно хорошо подошло зато. Знаете, а вот безмолвие это все переносить вроде бы как не всегда приятно, да? Вот. И много таких моментов. Но я себя учила. И учили меня слова из Священного Писания. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживай язык от зла и уста свои от лукавых речей. И я думала: я хочу иметь добрую жизнь. Кто не хочет? Так удерживай язык. А дальше что там сказано? Чтоб не было у нас сварливости. Кто имеет зависть, сварливость? Что? Неустройство и все худое. Мудр и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле. И вот мне хотелось достигать это, но это очень было трудно. И вся моя жизнь на это ушла, знаете? Я здесь все по порядочку описывала. Я 11 страниц написала, и я не могу сейчас читать. Рассказываю с первого, вот так забегая наперед. И много примеров было. Я не могла молчать. Он мне слово, и я в ответ. Но Бог учил меня. И один пример такой... Был на проповеди у нас в Георгиевске Чумакин, и он такой пример сказал, что вот позвали пастора домой, и жена ждет, что придет пастор, там жалоба какая-то была. И вот он пришел чуть раньше и приходит, ну и слышит, как жена там его пилит. Он стоит и слушает. А он там молча что-то ответит. Она... Я как этот пример услышала и думала: вот сейчас подойдет пастор и будет около моего дома стоять и слушать под окном, как я с мужем отношусь. Да? Это было для меня большим примером. Хорошо, ты пастора боишься, а ты Бога не боишься. А Бог всегда рядом и смотрит, как ты относишься к мужу. Для меня перемолчать... Это был подвиг. И я себе записывала.
И действительно, это для нас всех подвиг, перемолчать, так или нет? Это большой подвиг. Вот удержать язык свой от зла, от лукавых речей. Ищи мира и стремись к нему. Имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. И вот эти стихи, они мне помогали жить. А мудрость какая? Она исходит свыше. Во-первых, чиста, мирна, скромна. Я каждое слово это разбирала. Я Иакова начала учить, и эти 5 глав выучила наизусть. Только знаете, когда? За 10-летия. Пропуская через себя каждое слово. А есть это у меня? А действительно моя жизнь соответствует этому слову? Это нелегко. И за 1 год это никто не сделает. Но Бог любил меня, и Он хотел преобразовывать мою жизнь в образ совершенный, потому что так Христос сказал: «Будьте совершенны, как Отец наш совершен», да? И мы должны к этому совершенству стремиться. Должны или нет? Конечно, должны. И когда я молилась за мужа, решила молиться до победы. Враг, знаете, как сколько искушений посылал? Очень много. Он становился невыносимым. Дети уже не хотели домой идти. И я видела, и у меня такая мысль: вот ты не молишься, он как-то сносный. Как начинаешь молиться? Он невыносимым. Может быть, перестать молиться? И у меня были спады. Я переставала молиться. Ну ничего, так можно жить. И до меня дошло, что враг от меня хочет? Своей победы надо мною и над моей семьей. Я себе тогда поставила цель. Вот огромный стоит забор или как стена, стена. Но я должна через эту стену перелезть. А еще у меня гора ледяная стояла все время, что я должна на эту гору взобраться. А там за горой все прекрасно, ледяная, ни за что не схватиться. И вот это у меня все время стояло. Я должна через этот барьер перейти. Как? Молитвенно, пребывая в слове. Я много мужу своему свидетельствовала о слове, о Боге. Он ничего не принимал. Почему? Да он смотрел на меня. А вот когда я перестала ему говорить о Боге, перестала ему свидетельствовать и начала просто молиться и сдерживать, вот набирать в рот воды, да, и молчать. А еще такие были моменты, что я масло сосала. Это еще лучше, потому что воду, если что-то случится, не сможешь удержать рот, то вода выльется, ничего, а вот когда масло, там будут пятна, и потом чистить самой. Так вот, я старалась молиться за него. И вы знаете, какое чудо произошло? Такое чудо произошло, что я даже не представляла. Я всего за него промолилась около 20 лет. Не 52 года. И когда я утром встала, только открыла глаз, это было воскресенье. А он сидит на стуле посредине комнаты, знаете, поставил стул посредине комнаты, сел и сидит, так прилично одет, в костюмчике. А я так смотрю, я даже боялась у него спросить, куда он. И так тихонько говорю: «Андрюш, а ты куда?» И он так на меня: «Ну как куда? Сегодня же воскресенье, в собрание». Вы представляете? Нет, вы не представляете. Это для меня была такая радость. Я как подскочила, как закричала: «Дети, просыпайтесь! Папа в собрание собрался!» А дети с пирогу Богу встали и подбежали вот так и смотрят, а я вся в слезах. Они обнимают меня, а папа их обнимает, целует, плачут все, потому что этого никогда не было. Для нас это была такая радость без слов приобрести. И у меня это была цель. Я поставила себе каждое воскресенье громко в собрании помолиться о том, чтобы Бог дал мне силы без слов приобрести мужа. А без слов, оказывается, труднее намного.
Слава Богу! Господь работал в моем сердце. Он преображал меня. Он хотел меня изменить. И я, мне так было трудно в жизни, так трудно. И думаю, а сейчас оглядываюсь, какая я была глупенькая. Сколько я нерв потратила напрасно. Эти больницы, деньги, лекарства. Я не доверяла Богу. Я знала просто Бога, что Он есть. И он научил через эти трудности сблизиться с ним. И он пишет, сблизься же с ним, и будешь спокоен. Вот через это придет тебе добро. И я себе это всегда говорила. Сблизься же с ним, тебе же будет добро. Ты что, не хочешь добро? Сблизься же с ним. И вот когда я увидела себя на огромной ладони, что я вот посредине ладоньки, вот так он меня держит, знаете, какая-то радость была? Я несовершенная, я грешница, я столько натворила, и ты меня в своей ладони держишь, ты меня так любишь, я единственная дочь царя царей. Вы представьте, какая я богатая. Дочь царя царей. Я когда представила, кто я, единственная, и больше таких нет. И он сказал мне, Ирочка, ты здесь вот на земле, я тебя сейчас оставлю на время, да? Ты побудь, я тебя скоро возьму, а ты будь послушненькой, и я тебе большой подарочек принесу. Вот как мы детей оставляем, да? И говорим, ты будь послушен, и мамочка вот придет, мама тебе что-то купит. У меня есть внучечка, ей 2 года и 9 месяцев. И как мы только заходим домой, она говорит, бабушка, а что ты мне купила? Дедушка заходит, дедушка, а что ты купил? Ей что нужно? Ей ничего не нужно. А вот тут такое вот, знаете, как у детей. Я представляю себя, вот я такая у Бога, я маленькая девочка. И какая я послушная у Небесного Отца. Он скоро придет, меня возьмет. Очень скоро. И вот, Господи, помоги мне в послушании вот так исчислять каждый день, каждое мгновение, каждую секундочку и быть готовой. Именно быть готовой. Не перед людьми. Быть сама собой. Никому не угождать. Богу угождать. Самое трудное у нас – это иметь постоянство, правда? Вот начинать молитву и иметь постоянство – это очень тяжело. И мне помог один такой пример. Мой муж очень любил смотреть телевизор. Мы успеваем, Анара? Я один пример расскажу, можно? Когда мой муж был неверующий, и он очень любил смотреть телевизор, он с ним просто засыпал. И ночью спит, а телевизор работает. И я как-то проснулась и вышла, смотрю, и на экране мать Буре. Вы знаете Павел Буре, он чемпион по хоккею, знаете, да? Кто знает? Слышали. И вот она свидетельствовала, как они с сыном достигли этой славы. И она говорит, нам непросто, это сейчас у него такая слава, а мне было непросто. Когда она тоже чемпион мира по какому-то спорту, какой-то вид спорта, когда она осталась с 2 детьми, 2 сына у нее, на одних таких соревнованиях муж уехал на соревнования, не вернулся домой, и она осталась одна с ними, то говорит, мне было очень-очень тяжело учиться, работать, 2 маленьких сыновей, которых надо воспитывать. И она их отдала в школу по хоккею. Они жили в Москве. И меня очень это, ну как... Коснулось моего сердца то, что она говорит, я работала, и до работы
до работы она возила детей на тренировки. Она поднимала детей в 5 часов утра. 5 и 6-летних сыновей. В 5 часов утра поднимать на тренировки по хоккею. А потом весь день у нее такой был забизенный, она просто все не успевала. И все, говорит, я это делала с детьми. Сколько было ранений у сына, как сказать, травм, да, спасибо. Сколько было травм у сына, чтобы быть уже настоящим чемпионом, вот, имея эту славу. Я когда это услышала и думаю, мне так стало стыдно. Она в 5 часов вставала, будила детей для того, чтобы достигнуть этой славы. А встаю ли я в 5 часов утра, чтобы за своих детей помолиться для вечной славы? Они с такими усилиями добивались этой славы, которая земная, она раз и прошла. Добиваемся ли мы, достигаем ли мы этого? И я стала вставать на молитву. Слава Богу, сестры, объединяйтесь в эти молитвы. Это очень дает много сил, очень много дает сил. И где это время брать? Я очень благодарю Бога, что Бог побуждает таких сестер. Мы сейчас вот с сестрами собираемся в 6 часов на молитву. С 6 у нас молитва идет, и это так ободряет нас. Очень трудно вставать. Я люблю спать. Для меня это утро. Ой, как я люблю спать. Но надо встать, чтобы мне помолиться за детей. И когда мы вместе только собираемся, мы уже получаем этот заряд. Почему? Потому что Бог видел наше желание, мы подняли свою плоть, и Он наполняет нас силою Своею. Много еще мне хочется вам сказать, но у нас время истекло, и уже должен быть обед. Простите, благодарю. Нет, спасибо большое. Расскажите, какая женщина повлияла на вашу жизнь? Да, у меня много женщин, но я скажу две. Это моя мама. У нее было, она родила 12 душ детей, 10 детей было в живых. И она никогда, никогда, никогда мы не видели, не слышали, чтобы она плакала, жаловалась или что-то проявляла какое-то недовольство на папу. Никогда мы этого не видели. Мы всегда видели ее сияющей. И что бы ни случилось, какие у нас у детей не были проблемы или что-то, мы плачем, а она с радостью смотрела на нас и начинала на любое слово петь песню какую-нибудь из сборника. Вот. И это нас ободряло. Но мамы моей не стало, и маму мне заменила моя тетя, я ее называю до сих пор мама. Я вышла замуж, и эти мои дети, ее внуки сейчас, до сих пор она еще живая. И вторую женщину еще я хочу выделить, очень выделить. Это Таня Мармышева, которая пригласила меня на молитвенную группу. Это в 90-х годах. 90-й или 91-й год она пригласила меня, и я отказалась. Как я не сказала, что я ей не приду. Она через год мне нежно опять пригласила, говорит: «Ирина, приходи к нам, мы собираемся». И когда она прочитала «Мамы в молитвах», там пункт, и меня очень коснулся, что важно в молитве – это постоянство. Вот с того времени вот это постоянство Бог дает мне молиться за семью и за своих детей. Я очень благодарна Тане Мармышевой, что она меня пригласила. Приглашайте сестер для молитвы.